привет всем поклонникам женского футбольного первенства. Бобруйск в приподнятом настроении. Напомню, что в рамках 13-го тура белосиние разгромили сегодня команды судейскому корпусу. Ну, давайте, наверное, именно с судейской бригады и начнем. Ну, а на ваших экранах пока вот состав. 17-я Виктория Сидорчук и номер 17-й Виктория Наумович. Констатировать тот факт, что в этом сезоне команда из Бобруйска стал еще менее боеспособной. Фалей здесь здорово играет на выходе. Именно вот на поединках бобруйской команды отмечал этих вот девушек, и Татьяну Логинову, и Екатерину Кучинскую. Удар поворотом, дальний выстрел. Ну и в конце концов увидели другую. Ну не знаю, возможно, Карина Береснева чем-то пока не впечатлила Николая Касаткина. Хорошая атака, и здесь не совсем удачно бобруйчанка расположилась на итоговом 6-м месте из 10 команд. Но вот как раз-таки последнюю строчку заняла именно брестская команда. Какой классный сейф от Дарьи Зайко. Что немиролюбивая дружина из Бобруйска. Пока ни одной ничьи не было. Дальний удар. Снова туда, близ штрафной площади находился мяч. Но это уже Гавриленя. Тоже хорошая, в принципе, подача шла от Ольги Мисковцева. Под удар. Классный и удар. Более, наверное, изящный сейф от Дарьи Зайко. Ну, видимо, команда Касаткина все же хочет на перерыв уйти с преимуществом. Удар поворотом и снова Зайко. Вот это да. Даже бывает, располагаясь за пределов штрафной, та же Ольга Мисковцева пытается постоянно наносить самый прицельный выстрел. Вот как раз-таки как сейчас. 44-я минута. Ольга Мисковцева кладет все же мяч в левую Дарьи Зайко угол. Блестящий гол мы увидели все же в этом первом тайме. Вот такое интересное придумали футболистки бобруйчанки. Днепр сразится с женским футбольным клубом Минск. Ну а сборная Гомельской области с Динамо, БГУ, ФК. Какой момент возле ворот Дарьи Зайко. Взяла в свои руки-ноги. И уже один опасный момент мы видели. Возле ворот Зайко еще один эпизод. Удар от Надежды Савченко. Но свалился мяч с ноги. Вот с командой Малеева. Куда лучше складывается матч. Один на один выход. Удар поворотом. Фалей тянет. Вот это момент. Вот это... С могилевскими лицами. Затем будет заброс. Удар поворотом. 2-0. 2-0 на 58-й минуте. Зоя Горбунова увеличивает отрыв своей команды от брестского «Динамо». 12-кратный чемпион страны. Ну и самая титулованная на данный момент команда нашего женского футбола. Гавриленя. Вот этот вот мяч, который она сегодня забила, это стал второй гол в сезоне. Хороший момент. Кто первый на мяче? Здорово действует Фалей. У брестского «Динамо» для того, чтобы поразить ворота бобруйчанки. Ксения Фалей здорово действует на выходе. Поворотом вот Дарьи Зайко. Шпак. Оксана разворачивается. Такую нацеленную передачу она делала на Светлану Пехоту. Гавриленя. Удар с правой ноги. Угловой будет северянками команды из середины турнирные таблицы. Ну, достаточно непредсказуемая игра. Горбунова выходит на ударную позицию. С правой ноги пробивает Зоя. Чепная потеря. Ну и здесь уже по правому флангу Виктория Наумович в стеночку отыгрывается. С Екатериной Литвинюк. Листка брестского «Динамо». Но это уже Татьяна Логинова тянет мяч. Делает передачу на Ольгу Гавриленю. Та забрасывает штрафную. Ну и здесь нужно было, конечно, Виктории Шляхтиной решать. Очень она старалась. Создавала сама для себя моменты. Поэтому, думаю, стоит ее также отметить. Ну что, друзья, будем с вами прощаться. Этот поединок для вас комментировал я, Сергей Фоминский. Мир каждому дому, каждой семье. Берегите себя. Еще услышимся. Всем пока.